Смертельное ДТП произошло на автодороге Караганда-Балхаш. В результате столкновения машин 4 человека погибли на месте. Еще одно происшествие случилось на трассе Караганда-Шахтинск. 4 человека пострадали. За выходные дни в дорожно-транспортных происшествиях погибли 4 человека и еще 4 пострадали на дорогах Карагандинской области. В одном случае в результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины ВАЗ-2107 и его 3 пассажиров в возрасте от 33 до 58 лет от полученных травм скончались на месте. По данному факту назначена соответствующая экспертиза, проводится проверка. В другом случае, в результате дорожно-транспортного происшествия произошло возгорание автомашины Audi 100. Водитель обоих автомашин и 2 пассажира в возрасте от 30 до 61 лет госпитализированы. В отношении водителя Volkswagen Passat составлен административный протокол по статье 610 Кодекса о административных правонарушениях.